Это снимок кометы Ноу-Вайс, пролетавшей над Землей летом 2020-го. Ее можно было увидеть и в Иркутске, даже невооруженным взглядом. Но в телескоп она выглядит еще более завораживающе. И вот один из самых, наверное, эксклюзивных таких и удачных снимков – это снимки кометы Ноу-Вайс, которая вернется к нам только через 6000 лет. Поэтому таких снимков больше получить невозможно. Фото сделала астроном-любитель Юлия Швецова. Такое хобби – снимать небо. У нее дома не один телескоп, и каждую неделю она выезжает на природу на съемки. Это все наше прибайкальское небо. Авторы снимков – ученые, астрономы и любители из Иркутска, Ангарска и Москвы. Теперь фотографии украшают Иркутский аэропорт. Здесь далекие галактики и планеты Солнечной системы. Мы можем увидеть их только на кадрах и лишь представлять, как завораживающие объекты выглядят в реальности. Просто то, что увидишь в окуляр телескопа, это завораживает. И нам хочется поделиться со всеми этой красотой. Может быть, те люди, которые прилетят к нам в регион, заинтересуются, и мы готовы предоставить возможность посмотреть на эти объекты вживую. В Иркутской области и Бурятии очень чистое небо и хорошо подходит для наблюдений. Сегодня, в честь Дня космонавтики, если погода позволит, иркутский планетарий проведет наблюдение и даже запустит гидравлическую ракету, чтобы каждый в этот великий день хоть немного мог приблизиться к звездам. Алена Чеховская, Сергей Коваленков, Аист ТВ.